Раз, два, три. Раз, два. Пробуем. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Так, слышно меня? Да, все слышно. Вижу, что слышно. Дорогие друзья, если звук что-то будет пропадать, пожалуйста, мне либо по телефону, кто знает мой телефон, мне маякните, либо же, то есть, пишите в чате. Итак, дорогие друзья, начинаем наш вторничный вебинар. Я очень благодарен Юрию, еще, ну, с Юрой мы еще поговорим, отдельно поговорим. Я очень благодарен этому человеку с Украины, он является нашим партнером Skyway, и он постоянно попадает, помогает мне, выручает те моменты, когда меня нет на связи. Вплоть до того, что хочется ему передать функции где-то модератора. Почему? Потому что он молодец, просто отличный парень. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшнего вебинара. Я бы хотел, знаете, обозначить такую тему интересную, начать вот этот цикл. Я думаю, что мы его продолжим уже без всяких как бы опозданий. Будет голос, не будет голоса, буду шепотом об этом говорить, но об этом надо говорить. Почему? Потому что, дорогие друзья, я сейчас обозначу кое-что, и только без комментариев. Как говорится, будьте немножко с юмором все абсолютно. Так вот, расслабьтесь. Просто-напросто расслабьтесь. Расслабьтесь. Богатыми вам не стать никогда. Расслабьтесь. Расслабились? Немножко хриплю, ничего страшного. Богатыми нам не стать никогда. И вы знаете, эта тема весьма-весьма такая невероятно интересная. По одной простой причине, что это утверждение не мое. Это утверждение некоторых генетиков. И утверждение очень-очень интересное. О том, что генетически в нас либо запрограммировано богатство, либо не запрограммировано. Слышали, наверное, такое выражение, что у него или у нее барские замашки? Слышали? Напишите, да или нет, кто-нибудь слышал такое, особенно свой адрес, что у вас барские замашки, уважаемый. Ой, сколько много слышали. Мы станем супербогатыми. Это точно, Алекс. Это да. Но да или нет, вы это сами сделаете свой вывод. Шанс есть у всех и всегда. И тот шанс, который есть у нас, мы об этом еще поговорим. Сейчас я бы хотел вернуться. Сегодня у нас был сбор лидеров структур регионов. И на этом сборе была объявлена, ну, не инсайдерская информация, скажу, не совсем инсайдерская, но должно быть понимание того, что происходит сейчас, что будет происходить буквально в ближайшие дни, когда будут полностью новости сформулированы, четко подтвержденные новости от головной компании. Сегодня, вот буквально перед самым вебинаром, Олег, ну, я получил как бы в чатах вот эту информацию о том, что какое, просто, ребята, посмотрите эту новость, кто сможет сейчас, даже скиньте, скопируйте, сохраните себе. Это новость по поводу того, что происходит в наших цехах, производственных цехах. По мелкосерийному производству завозится огромное количество уникальных, дорогих станков. Станки, которые предназначены уже для мелкосерийного производства. Понимаете, вот осознаем, штучное производство, подготовка была, были макеты сделаны, как говорят раньше, фанерные, потом реальные рабочие изделия, которые сейчас проходят ходовые испытания. И теперь мы переходим к мелкосерийному производству. Понимание, мелкосерийное производство. И я думаю, недалек тот день, но как бы вот просто я немножко технарь, инженер, и я могу так предположить, что максимум через, вот хочется, как говорят, пессимистический прогноз, оптимистический прогноз. Оптимистический прогноз, что через год, пессимистический прогноз, через 2 года у нас начнется уже массовое производство. Что такое массовое производство наших изделий, и не просто изделий, а к этому еще добавятся те
А кто огромное количество, не буду называть количество, да, Игорь, вот это, да, ну, готовы, Вова, кстати, классный материал. Ребята, прошу вас, скопируйте, сейчас не смотрите, потом посмотрите. Да, действительно, какое оборудование у нас устанавливается. Точно так же, как на сайте головной компании, вы, наверное, видели объявление о том, что набираются очень, то есть приглашаются очень высокооплачиваемые специалисты в областях таких-то, таких-то, таких-то и таких-то. Замечаете, да? Приглашаются на работу очень высококвалифицированные, с очень высокооплачиваемой работой. На это тоже обратите внимание. Мелкосерийный – это экспериментальный цех. Это уже не экспериментальный цех. Экспериментальный цех у нас работает уже давно, где установлены стенды для обкатки. Сами понимаете, да, что, что такое сертификация чего-то, особенно крутящихся изделий в механизме. Они должны проехать там, пробежать там миллионы километров. Соответственно, все это делается, все это тестируется, все это прокатывается уже давно. И готовятся соответствующие документы для того, чтобы потом провести эту сертификацию. То есть на огромных скоростях не загорится ли смазка, не отлетит ли колесо, условно говоря, не загорится ли обмотка и так далее, и так далее, и так далее. Просто не все знают, до сколько и с каким мелкосерийным производством. Уточнять это не будем, все это, ребята, посмотрим еще, все это мы увидим. Так вот, по поводу новостей. Новостей, которые вышли в последнее время, вы за ними все следите абсолютно. Плюс к этому я рекомендую вам обратить самое серьезное внимание на то, что развитие наших партнерских структур необходимо, не просто необходимо, ребята, развивайте их, давайте информацию всем абсолютно, всем, вот всем. Просто дайте шанс каждому человеку, особенно знакомым, друзьям, родственникам, быть услышанными. Почему? Потому что в дальнейшем сейчас у нас накладывается то, что вы, наверное, уже слышали тоже как бы в новостях, неофициальных новостях, но это есть на самом деле, это ответы Анатолия Давыдовича Юницкого о том, что наши структуры будут задействованы в ближайшие десятки лет огромным, скажем так, материалом, который нам необходим для того, чтобы и нам, и вам, и Анатолию Давыдовичу Юницкому, для того, чтобы... Не просто зарабатывать, а создавать, творить все больше и больше невероятных, то есть вещей, производить невероятных вещей, которые полезны будут прежде всего людям. Это очень важное понимание. Если вы даете что-то ценное людям, то и в ответ вы то же самое получите какую-то ценность. Через год уже купим цеха в Самаре, Нижнем Новгороде, Челябинске, Екатеринбурге по производству юнибусов, юнитраков, юнибайков. Ну, допустим, это я еще не Анатолий Эдуардович, наверное, утверждать это не будем, хотя у Анатолия Эдуардовича наверняка это в голове есть, и у Бабурина Игоря Викторовича это есть. Но плюс к этому я очень-очень рекомендую последний вебинар, там короткий такой, знаете, вебинар, то, что сейчас Игорь сбрасывает, пожалуйста, копируйте. Я вам очень-очень порекомендую еще кое-что. Из-за своей лени можно сказать, что я хочу вам просто порекомендовать еще материал. Сейчас одну секунду, прям я не закрыл, надеюсь, этот материал. Нет, не закрыл. Вот я вам скину сейчас эту ссылочку. Там 48 минут, это как раз от 19 числа презентация Сибирякова Сергея Анатольевича и Алексея Суходоева. Там очень важная информация, которая стоит осмысления и понимания не только для вас, но и попросите просто это послушать своих друзей, родственников, знакомых, чтобы они просто послушали, выделили время вместо просмотра сериала или чего-то там еще, чтобы они все-таки вот это посмотрели. Это очень-очень важно. Так, почему у меня не вставляется, кто мне скажет? Так, сейчас, секундочку, дорогие друзья. Вроде я скопировал, все. Так. Ага. Так, я не пойму, почему. Так, сейчас, одну секунду. Одну секунду, я, по-моему...
решить. Бывает, наш младший брат интернет иногда нас подводит, но мы еще и сами, бывает, ошибки допускаем. Все, отвис. Правильно? Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, что меня слышно и видно. Плюсики, 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 что меня слышно и видно. Плюсики. Так, 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 ставим, 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 что слышно и видно меня нормально, чтобы я здесь ничего не трогал у своего младшего брата. Огромное спасибо. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Так вот, по поводу того ролика, который я вам хотел скинуть, я вам сейчас его скину. Вот это, пожалуйста, тоже скопируйте. Еще раз повторю, скорее всего, многие не слышали то, что я говорил. Немножко у нас завис интернет. Так, запись у нас идет. Так вот, дорогие друзья, это запись от 19 числа вебинара Сибирякова Сергея Анатольевича и Алексея Суходоева. И там вот буквально, ну, практически весь вебинар, вот, ребята, надо просто прослушать и, знаете, для себя законспектировать. Просто законспектировать все эти моменты, начиная с того, что происходит и будет происходить в ближайшее время в глобальном масштабе, и заканчивая тем, что такое понимание внутренняя биржа, или же, ребята, если храпит, ну, у себя подрегулируйте немножко, у меня голос еще храпит. Поэтому не обращайте сильно на это внимание. Так вот, дорогие друзья, что такое внутренняя биржа, как это может выглядеть, как это в конечном счете отразится на ваших результатах, финансовых результатах. Вот это нужно понимать. Внутренняя биржа, как Тарасов Виктор говорит, это неправильное понимание. Ну, тогда назовем иначе, чтобы было, может быть, более понятно. Это обратный выкуп, так называемый обратный выкуп. Об этом тоже говорили. И это неофициальная пока информация, но она прорабатывается. И это будет, это будет мощнейший маркетинговый ход. Просто невероятный маркетинговый ход. Сегодня я общался с одним очень интересным человеком. И я даже назову фамилию Калиновский. Вернее, я даже не столько общался, сколько слушал я его отзыв. Это был конец 14-го, начало 15-го года. Да, 14-го, начало 15-го года, где Калиновский, господин Калиновский, я думаю, что кто-то его знает, утверждал, так знаете, так очень агрессивно утверждал, что это лохотрон, что деньги соберут, смоются. Я напоминаю, это где-то конец 14-го года было, что он предрекал, что в середине 15-го года никакого SkyWay уже не будет. И типа того, что Анатолий Эдуардович Юницкий сбежит с деньгами куда-нибудь за границу и так далее, и так далее, и так далее. И вот вы знаете, этот пример мне настолько, вот буквально не так давно я все это читал. Почему читал, могу тоже объяснить. Для того, чтобы, ну как бы, вот хочется сегодняшнее даже высказывание, вот кого-то, чьи-то высказывания, вот записать и потом через полгода, через год ему их вернуть, не то что с комментариями, а с теми результатами, которые есть у нас. Это по поводу того, что вы все еще сомневаетесь в серьезности намерений SkyWay. Это настолько прикольно, в хорошем смысле слова, прикольно. Вот это услышать, да, послушать это и показать, что есть сейчас. Что сейчас происходит в данный момент, в данную секунду, в данную минуту. Вот это опять же обращение по поводу того, что, дорогие друзья, смотрим, слушаем вебинары. Это вебинары, новости. Вот чем больше вы будете слушать, тем больше у вас не просто будет вера, а уверенность. Это важно. Вера – это одна, а уверенность – это, ну, тысячекратнее, наверное, просто веры. Там слепой, не слепой веры, но уверенность в том, что то, что мы делаем, и назад дороги у нас нет. И сейчас мне хочется еще раз вам напомнить, дорогие друзья, что этапы у нас поменяются, следующий этап, 10-й, наступит очень и очень скоро. Хотя мы об этом говорим, как бы хочется подстегнуть кого-то в хорошем смысле слова, что чего ждете, ребята, продолжайте финансирование, открывайте новые пакеты, но с умом открывайте. То есть не значит, что бежать продавать там машину, квартиру или брать кредит в банке, а разумно, разумно. Есть возможность, еще откройте пакет. Почему? Потому что как только пойдет вторичный выкуп, ну, у вас шанс есть. И при этом, вот просто понимаете, вы брали пакеты с дисконтом 1200, 1300, 1600. Поставьте, пожалуйста, однерочки, у кого есть дисконт 1600. Вот просто поставьте. Володя, привет.
Дисконт 1600. Просто поставьте однерочки. Дорогие друзья, на 100 человек, считайте, вот он, я не буду считать сколько, у Николая 1 к 1000. Нет, я говорю, у кого 1600? Вы меня понимаете, что это такое? Дисконт 1600. Так я смею утверждать, даже так примерно, я прикину, 500. Да, 500 тоже срабатывает. Это те люди, которые в свое время помогли технологии, помогли. Тогда, когда очень нужны были деньги для выкупа металла в корпорации СААП из оплаты металла за металл корпорации СААП в Финляндию, вот тогда эти люди, вот все те, кто есть дисконт 600, ребята, это у вас просто невероятный шанс. Просто невероятный шанс продолжать рассрочки. Есть возможность открывать новую рассрочку. Мне, и вот для новичков, меня главное, каждый день спрашивают, Григорий Михайлович, а могу ли я открыть еще одну рассрочку, если у меня та еще не закрыта? Можете, ребята, можете. Открывайте новые рассрочки. Даже по 25, по 50, по 100 долларов. Основа нашего бизнеса – это низкий поклон всем тем крупным инвесторам из Европы, инвесторам из других стран, не стран СНГ даже, из Прибалтики, Прибалтика, где работает Инета Аджана, где работает Лариса Артамонова, где работает Ирина Волкова, Владимир Маслов и так далее, и так далее. Всему этому коллективу помогает и Суходоев Алексей, и Сибиряков Сергей Анатольевич. Низкий поклон. Начинали там и все. Собственно говоря, самые первые крупные инвестиции шли с Украины, ребята, с Украины. Потом поддержала Россия, потом подхватила Прибалтика, потом подключилась Европа. Сейчас уже весь мир, 237 стран участвует во всем этом. Но все равно за державу не обидно даже, а вот хочется, чтобы нас было много, очень много мелких инвесторов. Из России. Мы понимаем, что не у всех есть финансовые возможности. Но на это не надо обращать внимание. У нас точно так же. У нас больше таких крупных вкладчиков может быть, чем в Европе, во всей Европе вместе взятой. Почему? Потому что вот просто осознание того, что не мы ищем инвестора. Вот это поймите, это есть де-факто. Не мы ищем инвесторы. А инвесторы ищут, куда бы вложить деньги. Наша задача им показать возможность, шанс показать. Даже вот как можете, покажите, так как вы считаете. А для того, чтобы у вас горели глаза, и вы действительно с уверенностью говорили об этом, для этого вам самим надо это знать. Для этого надо слушать вебинары, для этого надо слушать новости. И каждую новость потихоньку давать этим людям. Помните, да? Как в свое время Людмила из Австралии нашла Рода Хука, которая более 8 месяцев, она ему потихонечку сбрасывала информацию. Ой, сколько это времени не ждать? 8 месяцев. И человек пришел, и не просто пришел, а возглавил наш австралийский филиал. Поэтому, может быть, и спешить сильно не надо. Но давать информацию, шанс давать всем. И для себя помнить, и для людей донести, что закрытие следующего этапа и открытие нового этапа будет очень и очень скоро. Роза, тебе выговор. Что такое? Почему опаздываем? Целых 20 минут прошло. Я шучу. Роза, приветствую тебя то же самое. Донесите для своих партнеров и в Казахстане, я не знаю, в Киргизии, в Прибалтике, в Израиле, везде абсолютно дай шанс быть услышанным. И еще раз повторюсь. Только тот человек, который регулярно слушает, следит за новостями, только тот человек, который понимает, что происходит, и тем более, что в ближайшие месяцы что может произойти, этого человека уже не остановить. Итак, а теперь еще раз по поводу того, что мы сейчас будем регулярно, мы с вами пройдем регулярно кое-что. Сейчас я это скажу. Помните, расслабимся. Богатыми нам не стать никогда. А как стать богатым? Или смириться и оставить все как есть? И опять же, генетика. А были ли богаты ваши предки? Вот, ребята, чисто для себя. Возьмите и покопайтесь, поговорите с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. А какие были ваши предки? Это, как говорят, это в хорошем смысле слова, что все евреи, они просто обречены на успех и на богатство. Вот просто обречены. А вот используют они этот шанс или нет, я не знаю.
В свое время у меня работал на моем предприятии, работал сварщик, да, вот ты, Господи, Виктор, фамилия ты. Он еврей, он всю жизнь проработал сварщиком. И вот у него действительно было, что, Михалыч, нежели богато, нечего начинать. То есть у еврея такие были замашки. Это какой-то исключительный был еврей, в хорошем смысле слова исключительный. Вот. Так вот, опять же, я напоминаю, вспомните выражение «барские замашки». Слышали вы это про себя, а может быть про кого-то вы говорили, или думали, или что-то еще. Опять же, генетика, влияет ли она настолько сильно на то, что будете вы богатыми или нет? И вот эти моменты мы будем рассматривать. Сегодня мы рассмотрим, так вот, вопрос действительно, так, быть или не быть богатым? Основываясь на тех генетических моментах, которые есть, записаны в вашей веточке. Итак, 10 слагающих успеха, 10 законов богатства, о которых вы, может быть, знаете. Но давайте вместе с вами еще их пройдем. Для тех, кто не осознает или не знает об этих 10 слагающих успеха, 10 законах богатства. И начнем с того, что один хочет заработать и сходить в дискотеку. Другой хочет заработать и съездить в Питер. А третий хочет заработать и слетать в Таиланд. А теперь для себя. Не для меня, а для себя просто отметьте такой момент. А было ли у вас лично когда-то желание стать очень богатым человеком? Пока просто в общем. Представляли вы себя когда-то, что очень богатым человеком? Насколько часто это представляли? Когда это представляли? В детстве, когда учились в школе, когда были совсем маленькими, когда учились в институте или пошли на работу? Вот было ли у вас когда-то такое желание стать очень богатым человеком? Для себя это запишите. Подумайте, не сейчас. Попозже. Подумайте и ответьте. Вспомните вот эту свою жизнь, детство, отрочество и так далее. Так вот, самый первый закон успеха и богатства гласит закон подсознательных утверждений. Закон подсознательных утверждений. То есть то, что не работает, но независимо ни от вас, ни от кого. Это закон подсознательных утверждений. И этот закон будет работать на вас, если вы его будете знать. Так вот, мы все с вами рождаемся и запрограммированы на успех, богатство, здоровье и счастье. Мы изначально запрограммированы. То есть шанс дается каждому человеку. Но весь вопрос в том, что одни это реализуют, эти программы, а другие почему-то нет. Одних реализуют эти программы успеха, богатства, здоровья, счастья, а другие нет. И кто нас ограничивает в этом? Только мы сами. Мы либо принимаем для себя все то, что нам предопределено, либо же ограничиваем себя в чем-то. Я специально медленно говорю, чтобы и самому еще что-то осознать, и вам передать это осознание. Установки типа «деньги – зло», «заработать можно только нечестным путем», «нежели богато, нечего начинать». Это у Юры Зубера в книге. Рекомендую, ребята. Закажите эту книгу у Юры Зубера. Там мне очень хорошо это описывается. Это установки, которые мы даем сами себе. И если человек не верит, если вы подсознательно не верите, что сможете разбогатеть, то так, скорее всего, и будет. Не верите? Не получите. Верите? Получите. Вот просто, знаете, даже тупо, вот тупо, как говорят, тупо просто верить, вот взять и поверить. Это как я как-то рассказывал, это не анекдоты, действительно. У нас работало на моем предприятии был
ну, было подразделение отделочников, и там работали в основном женщины, то есть в отделочнице работали женщины. И вот одна женщина, знаете, она такая, ну, вроде как не красавица, нос, курносый, еще эти с этими, господи, как они, точечки-то с точками, вот. И фигура вроде у нее не классическая, и так далее, и так далее. Но почему-то все мужики за ней бегали. И как-то в разговоре с одним из наших мужчин, как-то мы с ним разговорились тоже по поводу, я не помню уже, как звали это, ну, допустим, по поводу Марии, да, Марии, что и как, почему так происходит? Он говорит, слушай, говорит, я, в общем-то, знаю ее историю, она сама родом из деревни Полетаева, где я тоже живу не так далеко. Я говорю, ну и что? Ну, просто-напросто, ты знаешь, вот однажды, когда она гуляла со своим первым парнем, тот сказал, что Маруся, ты красавица, ты принцесса, ты королева. А она, говорит, дура, взяла в это и поверила. И вот эту веру она несет всю жизнь. И действительно, она держит себя как королева. Она даже разговаривает с начальством, вот со мной как с начальником, она разговаривала как королева. То есть, как говорится, так хочется подойти к ней и поцеловать ручку. Ей сказали, что она королева. Она взяла и поверила в это. Вы сами себе сказали, что вы будете успешным и богатым. А теперь осталось только поверить в это. Поверить в это и начать действовать. Как говорит мастер, это мастер Кудус, как говорит, надо превратить свою жизнь в практику. Можно лежать на диване, ковырять пальцем там в носу, смотреть сериалы и ничего не предпринимать. И время от времени думать о богатстве. Превратить свою жизнь в практику. А уже дальше мы будем говорить о тех направлениях, которые есть дополнительные и так далее, и так далее. Но у нас еще тем более, что мы с вами там, где мы находимся в данный момент. То есть да, надо использовать разные возможности. Но где мы находимся сейчас, здесь и сейчас, это шанс невероятный. Возможно, для очень многих людей, даже невозможно, а точно для многих людей. Это может быть единственный шанс в жизни. Действительно стать успешными и богатыми. Так вот, почему этот закон, то есть закон номер один, это закон утверждений, подсознательных утверждений, именно на уровне подсознания. То, что мы себе утверждаем, мы то и получаем. Так вот, самое главное, что нами управляет, это наши убеждения. В наше время. Вот, ребята, там, где мы с вами находимся сейчас, живем в это время, оно уже длится, ну, может быть, лет 5, вот, действительно, 5-6, особенно с появлением еще дополнительных криптовалют и так далее, первая информация. Стать богатым, успешным, финансово успешным в сотни раз проще и быстрее, нежели 100 лет тому назад. Вы согласны с этим? Если согласны, поставьте однерочки. Что вы согласны, что сейчас добиться успеха финансового в сотни раз быстрее можно, нежели, ну, даже не 100, а хотя бы 30, даже 20 лет тому назад? Я помню, как в компании «Глорион», это было 2000 год, нам Ольга Карпенко и Лена Полянская показывали первые наши кабинеты в интернет. Это была сказка, это было для нас просто фантастика какая-то. Помните, да, такие моменты, когда впервые вы столкнулись с интернет? И что это дало в конечном счете? Какой рывок вообще всему бизнесу? Точно так же, как у нас Транснет, помните, да, Транснет, транскоммуникативная система. Это то, что вбирает в себя все то, что создано на сегодняшний день, это все усиляется и дает нам невероятный шанс. Еще раз повторю, и это утверждение, убеждение, примите его для себя, что в наше время стать богатыми в сотни раз проще, быстрее, нежели 100 лет тому назад, 50 лет тому назад. Особенно те, кто уже не совсем молодые, и как им молодые говорят, ну что у вас, когда там будет через 50 лет? Напомните им, как все стремительно развивается, и как развивается наше производство, и как у нас уже в стадии подписания крупнейшие контракты подписываются, и они будут подписываться все больше и чаще, и чаще, и чаще. Вы сомневаетесь еще в серьезности намерений Skyway? Станьте другом, когда вам нужны друзья.
Дарите надежду, когда сами нуждаетесь в ней. Так вот эту надежду передайте своим людям, своим родственникам, которые, может быть, не верят в это, брату, сестре, лучшей подруге, лучшему другу. Станьте другом, подарите надежду, хотя мы в ней сами нуждаемся. Но дарите сами надежду. Инвестируйте в проект, который становится основой мировой экономики. Инвестируйте в проект, который становится самым крупным бизнесом за всю историю цивилизации. Есть шанс стать совладельцами самого крупного бизнеса. Вот шанс есть. Используете вы его или нет, большинство из вас уже использовали его. Но дайте этот шанс и своим друзьям, родственникам, знакомым. Еще раз обратитесь к ним. Помните, да? Просите, и дано будет вам. Ищите, обрящите. Стучите, и откроют вам. Так постучитесь еще раз. И запомним еще, дорогие друзья, наш шанс, не просто шанс, а что у нас есть. Помните, да, на одном из вебинаров я проводил, типа тренингового материала было, устойчивое, конкурентное преимущество нашего бизнеса. То, что мы создаем, это устойчивое, конкурентное преимущество. Помните, да? Это уникальность. Это то, что может применяться в различных сферах. Это не просто дороги для пассажиров строить. Это ценнейшая разработка полезных ископаемых. Это освоение тех территорий, которые не освоены. Это доведение до людей оптиковолоконных связей. Это в разных, в различных ситуациях. Это вакуумное стекло. Это возрождение почвы. Это просто гигантская сфера деятельности. Уникальность, вторая уникальность нашего предложения. Аналогов не существует. Сегодня видели уже, да, что в Китае тестовый участок, значит, тоже подвесные дороги, которые дороже нашей технологии, ну, в десятки раз. Смею утверждать, десятки раз. И скорости движения, ну не более 70 километров, это, ну, как-то, хотя для города, наверное, это нормально. И слава богу, что они тоже что-то делают. Но нас догнать уже невозможно. Как говорил губернатор Морозов правильно, мы лет на 15 опережаем весь мир. Так вот это опережение надо соблюдать. А для этого нужны деньги, нужны инвестиции. Но это не просто подарить деньги, а это дополнительно получить еще кусочек этого пирога. В хорошем смысле слова. Устойчивое конкурентное преимущество нашей технологии, ее трудно скопировать. Основные моменты можно сфотографировать, а вот те ноу-хау, более 100 ноу-хау, которые есть у Анатолия Эдуардовича Юницкого и нашего проектного института, их нет. И до них надо дойти. Пока они до этого доходят, мы уходим снова вперед. И уходим вперед, и вперед, и вперед. Лучшее, чем у конкурентов, да оно уже не доказывается, оно уже доказано. Это самое экономичное транспортное, экологичное транспортное средство в мире. Это, наверное, единственное транспортное средство, не наверное, единственное, которое будет приносить чистую прибыль. Именно чистую прибыль. И еще раз напомню, у нас с вами есть устойчивое конкурентное преимущество. А это невероятно важно. Еще раз, дайте шанс своим друзьям и знакомым быть услышанными. Просто-напросто оповестите их еще раз, что у нас все продолжается. А теперь немножко, знаете, вот для себя и даже для меня, я тоже сделаю отчет, вот тест, такой, знаете, небольшой тест, домашнее задание. Что вам нужно для того, чтобы почувствовать себя богатым? Тест, домашнее задание небольшое, сейчас его не делайте. Что вам нужно для того, чтобы почувствовать себя богатым? На следующем занятии вам как бы придется ответить на этот вопрос. Придется, а может быть не придется. Сделайте хорошо, не сделайте, не надо. И второй закон, их 10. Это будет закон честности. Честности во всем. И в бизнесе то же самое. И мы его с вами рассмотрим на следующем нашем занятии. На следующем нашем сборе. Дорогие друзья, я всех просто выражаю огромную благодарность за то, что наверняка у вас тоже жарко, у вас тепло и так далее. Юра, пожалуйста, сбрось, Юра, сбрось, пожалуйста, свои координаты, Я вот просто, дорогие друзья, я рекомендую вам, просто-напросто рекомендую вам
закажите эту книгу у Юры в электронном виде, заплатите там 2, 3, 5 долларов, я не знаю, во что оценивать. Я вообще оцениваю эту книгу намного дороже, я вам показывал ее, да. Действительно, она для многих, вот кто-то ее, может быть, взял и даже не открыл, а кто-то не просто взял, прочитал, а применил это, то есть сделал, вот она книга «Властелин денег». К сожалению, у Юры не так много в печатном материале, а вот в электронном материале есть. Есть. Рекомендую, ребята. Это очень и очень хорошая книга, которая ставит, ну, на место и даже изначально наши мозги. Еще раз, дорогие друзья, я всех благодарю за участие в нашем вебинаре. Ждем вас на следующем вебинаре. На следующем вебинаре ждем вас. В пятницу, так, и я вижу там, ну хорошо, я пока что не буду никого ругаться, как говорится, но без разрешения модератора скидывать ссылки, что-то такое в чат не рекомендую, да. Итак, дорогие друзья, до встречи на следующем вебинаре. С вами был Григорий Мирошниченко, город Симферополь, группа компании Skyway и... Пожелание одно, только одно пожелание. Дайте шанс как можно большему количеству людей, не просто людей, а друзьям, родственникам, знакомым быть услышанными. До встречи в пятницу.